Российское движение школьников – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Она создана всего полтора года назад, но результаты работы уже заметны. В Чебоксарах прошла конференция регионального отделения РДШ. Ровно год создавалось это общественное движение, и на сегодняшний день можно отметить, вы состоялись практически. С чем я вас и поздравляю! За это время в республике в движение вступили порядка 10 тысяч школьников. Главное направление – развитие творческого потенциала, гражданской позиции, военно-патриотическое воспитание, а также реализация информационно-медийной деятельности. Словом, у каждого школьника появился шанс раскрыть себя с новой стороны. Я участвовала в конкурсе, на котором представила свой проект. В нашей школе существует школьный музей. В нем два зала. Один зал мы отреставрировали, а второй зал осталось отреставрировать. И нам нужна помощь вот в этом. На детской пресс-конференции ребята предложили новые проекты. К примеру, речь шла о создании дубль ГИСа, карты с указанием общедоступных мест для людей с ограниченными возможностями, или о создании позитивного телевидения посредством выпуска на местных каналах школьных новостей. Все инициативные предложения, они будут комплексно оцениваться, потому что каждое желание или каждую инициативу невозможно подавать. Материал должен быть качественным. Я дам министру информационной политики, соответственно, задание, они вас пригласят. Российское движение школьников очень молодая и перспективная организация. Организаторы возлагают на нее большие надежды. Я вам очень сильно благодарен. Я очень надеюсь, что движение будет только развиваться в вашем регионе. И ребят, которым это будет интересно, станет все больше. Мы со своей стороны обещаем сделать все от нас зависящее. Дмитрий Поцелуев также отметил, что Чувашия является одним из лучших регионов по развитию движения. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика.